В актовом зале культурного центра молодежи собралось более 50 детей, которые находятся под опекой. Вместе с приемными родителями и опекунами ребята приняли участие в ежегодном фестивале «Звездный дождь». Это мероприятие, на которое мы приглашаем тех, кто так или иначе показал себя в прошедшем году. Дети ли, вся семья. Для нас важна каждая активность творчества и семьи, и ребенка, потому что через семью воспитывается будущее восприятие жизни для маленького молодого человека. Представители управления опеки и попечительства также отметили приемных родителей опекунов, которые на протяжении 2019 года активно участвовали в районных и областных мероприятиях. Номинации «Семья года» были отмечены семьи из Чистцов, Краснознаменска и Одинцова. Дети из замещающих семей Павел Барышников и Алиса Соболева приняли участие в концертной программе, исполнив всем известный хит «Батарейка» под аккомпанемент аккордеона и гитары. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».